Доброго времени суток еще раз. Вот, досталась мне такой небольшой хутор, так сказать, за недорого, вдалеке от цивилизации. Здесь в округе никого нету, здесь только дикие звери, птицы. Ну, поля дикие, просто ельни, вот заказник ельни туда, лес дальше виден. Здесь я организовал свою пасеку в этом году. Первая моя, по сути, пасека. Первый год идет, как я ей занимаюсь. Улики, как видите, какие достались, такие я использую. Где-то что-то купил за недорого, за копейки там совершенно. Вот изначально такие некие финансы. Вот желтенькие улики я купил, тот коричневый, зеленый, тот серый в конце и вот этот синий. Остальные мне достались с прошлой пасеки, это счет отца, древние, я их там как-то более-менее отремонтировал. Почему же не снимал до этого? Ну, наверное, не снимал. Не было такого интереса. Сейчас я буду, конечно, снимать свои работы на пасеке. Буду стараться на камеру снимать, сейчас на сотовый телефон. Вот... Сделал такое, многие, наверное, удивляются, смотрят, что это такое, шифер стоит возле ульев. Для чего это делается? Делается для того, чтобы синицы не ели пчел. У меня здесь появилась такая ситуация, что очень много птиц, синиц, здесь же лес, как бы, по сути, бортничество. Синицы начали просто красть немощно моих пчелок. Вот видите, тут вот помет на крыше виден, да, и мне пришлось сделать вот такую вот лазейку, да, вот, чтобы вот они не лазили к клеткам. Я поставил такие шиферы. Значит, все время так, ну, такой старый дедовский способ борьбы с синицами. Сегодня у меня предстоит сложная задача. Тут мне эти улики, которые я купил, тоже как бы без толковых крыш. На лето этого хватило. Да, конечно, нерадиво. Но сегодня я постараюсь их накрыть рубероидом. Так как гвоздями стучать нельзя, разбудишь пчел, нарушишь их покой. Степлером тоже будут очень сильные стуки. Я придумал, сейчас попробую как-то это все восполнить обычными, вот, где тут камера, кнопками, канцелярскими кнопками. Такой интересный способ, получится, не получится, посмотрим вместе с вами. Ну, на год должно хватить, а уже весной я попробую летом отремонтировать. Использовать будем рубероид марки неизвестный. В общем, рубероид такой тонкий, рубероид недорогой, я нашел рубероид это, смотрите, такой. Ну, на год его должно хватить, по крайней мере на эту зиму, чтобы потом в следующем году мне спокойно работать дальше. Итак, приступим к работе. Ну, покажу. Вот я практически заканчиваю уже работа над ульями. Прошло не так много времени. Показываю наглядный пример, как это происходит. Можно, конечно, все это делать саморезами. Но вот такими оцинкованными пробочками, кнопочками, как-то интересно. Смотрите, как это происходит. Раз. И все. Сидит крепко. Берем следующее. Даже можно левой рукой, кто левша. У кого сил мало. Раз. Еще один. Раз. Еще один. Все, они держатся крепко. Никуда не денутся. Самый такой бюджетный вариант данной работы. Стоимость скрепок 0,87. Значит, 87 копеек белорусских. Вот эти скрепки. Самый такой бюджетный вариант. Ну, сейчас я закончу до конца и покажу вам, что получилось в итоге.